Спортивный календарь у российских спидвеистов ежегодно получается довольно насыщенным. Однако центральным состязанием, на которое делаются все ставки, традиционно становится командный чемпионат России. Спустя почти 5 месяцев баталий его итоги подвели для себя наша команда «Восток» и клуб «Октябрьский». Соперники на стадионе «Авангард» боролись за бронзовые медали чемпионата. Судьба наград зависела от серии из 2 гонок. Первая встреча прошла в Октябрьском и завершилась поражением «Востока» 42-48. Поэтому во Владивостоке подопечным Игоря Столярова необходимо было побеждать с разницей более чем в 6 очков. Отставание приличное, поэтому каждый спидвеист выкладывался на полную, порой даже теряя контроль. Но даже это не останавливало гонщиков. Вплоть до 8-го заезда счет оставался равным. Однако в заключительной части «Восток» все же вырвался вперед. Преимущество приморцы смогли удержать. И в итоге праздновали победу со счетом 50-39. С первой серии уже, когда мы там в ничью шли, до конца не теряли надежды. Вся команда хорошо постаралась. Проехали все хорошо, все молодцы. К слову, первые 2 места чемпионата забрали «Мегалада» и «Турбина» соответственно. Тот факт, что «Восток» и «Октябрьский» боролись за нижние строчки в таблице, никого не удивлял. Команда из «Осеннего города» — новичок в текущем сезоне. А что касается владивостокского клуба, то в этом году у него сугубо молодежный состав. Самому младшему 16 лет, а самому старшему всего лишь 23. Вот, это самая молодая на сегодняшний день команда. Я не знаю, наверное, не только в России, а вообще, как бы не в мире. Я считаю, что на самом деле это бронза с золотым отливом. Такая гонка, конечно. Ну, жалко, конечно, что болельщиков было мало, но это, наверное, связано с погодой. Вот. Но те, кто были, здорово поддерживали. Сезон спидвея можно практически считать закрытым. Впереди остались последние соревнования в этом году. Финал парного чемпионата России, который, к слову, также пройдет во Владивостоке. Как отметили гонщики «Востока», побороться там за медали будет уже не под силу. Однако подпортить статистику соперникам наши спидвеисты готовы. Максим Яковлев, Игорь Болтов, новости спорта на 8.